Всем привет, друзья! Приветствую вас всех на своем канале. Я сегодня веду свои репортажи с веранды на улице. Вот в окошко смотрю, на улице довольно-таки прохладно, так как вчера и еще перед этим дня три лили ливни у нас. Ну, решила сделать вам небольшой обзор покупочек в веранде. Таких вот хозяйственных всяких товаров. И семян, которые мы приобрели. Ну, уже, конечно, кое-что посеяли мы, но кое-что осталось. Сейчас покажу, все расскажу. Начнем, наверное, с хозяйственных товаров, которые необходимы постоянно в быту, там, в гигиене, ну и такое все прочее. Ну вот, хорошее средство для чистки посуды — сода 5 Пемолюкс. Это не реклама, просто я сама пользуюсь, не раз уже покупала его, и мне это нравится. Думаю, покажу вам. Так, купила еще пену для бритья для мужа. Купила гель для душа с очищающими микрочастицами. Вот еще гель для душа, тропический микс. Тоже я его уже брала. Для чистки ковров, ковровых изделий, мебели. Вот такая штука. Вот она. Себе взяла краску для волос, баклажан. Я пользуюсь в основном такой краской, и цвета мне нравятся: баклажан, слива, вишня, может быть, иногда. Но весна пришла, хочется уже быть красивой, как бы. Так, что тут еще у нас? А еще у нас здесь очиститель воздуха. Экзотическая роза. Ну, бывает тоже, пользуюсь ним. Особенно хорошо, когда жаришь что-то там. Так, и шампунь мужу купила. Тоже этот неплохой шампунь. Я уже брала его не однажды. Так, подойдем ближе к луку. Уже какую-то часть мы посадили, но еще вот докупили. Вот эта баночка покрупней, 80 рублей. Пакетик справа. А это полкило еще, ребята. Полкило стоит 100 рублей. Еще взяли. Там чуть-чуть посадили, не дали дожди. 3 ведра картошки посадили. И немного лука. Дожди не дают. Так. И время от времени я покупаю себе прищепки. Ну, это каждой хозяйке они нужны. И, думаю, хозяйки часто их покупают. То ломаются, то еще что-нибудь. Ну, я, наверное, нерадивая хозяйка, так как я бросаю их на улице. Нужно, наверное, на веревочку и в доме хранить. Прищепки. Вот 100 рублей такой комплектик прищепок. Так. Вот еще классный гель для душа, но... 3 в 1 для тела, лица, волос. Арктический ветер, экстремально освежающий. Классно, ребята. Классный. Я и сама им пользуюсь. Хотя написано там мужской, да? Но я пробовала, ничего, ничем не отличается. Не знаю, запах обалденный. Так, клей ПВА купила себе.
Потому что тоже там всякие квитанции теряются. Например, за интернет подклеил и всего. Или электроэнергия. Ну, нужно. Всякие мелочи тоже нужны в хозяйстве. Для чего-то. Кинешься, нету. Нужно брать. Вот набрали всяких мелочей, которые необходимы. Так, ребята. Вот это вот. Ураган. Ураган Форте это для удаления с огорода всяких разных сорняков. У нас от соседей накидало дерево там этих своих семян осенью. И сейчас весной все повсходило дружно. Сам посадишь, никогда не взойдет, ребята. А если какая-то гадость, то потом ничем не выведешь. Ну вот, купила 300 рублей вчера. Вот такая штука. Что тут написано? Вот, читайте. Ну вот она штука. Ну, говорят, что хороший. На 10 литров, но муж сказал, на 6 литров будет использовать, чтобы был эффект. Ну, сейчас займемся семенами. Семенами. Огурец корнишон Лиана. Парящий к небу, ребята. Мне года 4 назад, ну, не мне, мужу, вернее, посоветовали в магазине. Эти семена муж взял, действительно, урожайность отличная. И на вид маленькие, такие большими не растут они, ну, конечно, и не соберешь семян с них. Ну вот, купил 3 пачечки муж. У каждой пачки 50-60 реально семян там. Ну, еще мы их не сеяли. Мы в открытый грунт их сеем. А погода не позволяет пока. И реально у меня осталось только еще с прошлого года засоленных огурцов. Да и помидор тоже, ну, много всего. Каждый год себе даю обещание, чтоб не нужно закатывать много, закрывать много не нужно, мы не поедаем. А все равно, то заморозки, то сажаем много, так как земли много у нас. Так. Ребята, я в том году вам показывала, наверное, свои арбузы. Ну, точно показывала, да? Какой у меня был урожай арбузов. Хватило и нам, и раздавали там, и брату, и всем-всем. Еще под конец подмерзли. Несколько огромных я отдала курочкам своим. Но семена я собрала, так же, как и дынь. Но дыни в том году я не сажала, я не нашла семена. А покупали, я собрала семена с дынь и собрала с арбузов, но муж еще купил арбузов других, говорит, подсадим. Вот какой-то гранит ранний урожайный. И огонек. Огонек я собирала, но посадим и это. Будем надеяться на урожай. Реально, ребята, урожай был отличный, как вы видели. Я вам показывала, собрала уже перед самой вспашкой осенней и уже перед морозами я собрала 100, 108 штук, что ли, я считала, говорила вам. По-моему, 108. Вот, купил еще муж. Кабачки. Кабачок кустовой. Я пользуюсь или кустовой, или грибовский. Но такие были, он такие купил. Тоже тут много. Пакет большой. Я люблю в больших пакетах покупать. Так, и вот что купил еще. Это нужно было уже посеять. Но опять же, погода не дает. Но так как у нас есть вода, будем поливать и надеемся на урожай. Морковь Аленка, не знаю, что это за морковь. И свекла Красный Шар. Нам этого достаточно. Если будет мало, все продается у нас. Ну, это пакеты большие, там морковки хватит, я не знаю, на сколько.
сколько мы там съедаем этой морковки. И вот что. Редис еще. Редис красный с белым кончиком. Уже я одну пачку посеяла прям по картофелю. Длинный редис. А это чуть попозже. Потому что если все сразу посеем, мы это не съедаем. Просто-напросто. Ну вот, а нет. Еще хотела ж похвастаться и уже думаю обзор завершать. Еще хочу похвастаться. Муж ездил по делам, купил себе новые сапоги резиновые. Ну, он у меня рыбак. И когда вспашку делает огорода, обувает сапоги удобнее, чтобы земля не попадала никуда. И мне новые купил. Он у меня рыбак-грибник, так что ему сапоги всегда нужны. И мне купил, ребята, новенькие. Такие прикольные сапоги, 38 размер, на ноге очень хорошо смотрятся. И вот цена ихняя, вот сапог, 750 рублей. Вот такой вот подарочек для меня получился. Решила похвастаться обновкой. Ну, смотрятся реально, ну, на ноге лучше, чем на вид. Потому что одни купили, сразу отвезли, потому что, как, размер 38, но, видно, подростковые. Потому что и в подъеме не налезло, и по ширине плохо. Вроде ноги не совсем толстые, но все равно. Неудобно было. А вот это такие вот мне. Купил такую мне обновку за 750 рублей. Представьте. Ну, приятно, когда тебе уделяют внимание. Ну вот, ребята, на сегодня все. Обзор таких вот хозяйственных и гигиенических покупок. И там, ну, все, и для огорода, и для гигиены, и просто для хозяйства. Которые я решила обзорчик вам показать. Похвастаться сапогами своими. На этом буду заканчивать, ребята. Всем всего доброго и хорошего. Всем, ребята, пока!